Флойд Мейвезер-младший считает, что Андервуд проиграл Сергею Ковалеву 19 ноября и перед реваншем советует сыну бога сменить тренера. «Мне нравится Андервуд, но я привык называть вещи своими именами. Уорд не выиграл тот бой. Чоколатито должен быть номер один в рейтинге Pound for Pound. Он еще не проиграл, и он адский боксер. Андервуд следует сделать некоторые существенные изменения, если ты снова будешь боксировать с Ковалевым. Ты должен найти себе тренера, который раньше выходил на ринг. Вэджела Хантера вообще нельзя назвать хорошим тренером. Это лишь мое личное мнение. Он крутой парень, но он никогда не боксировал и не знает, что это такое. Как он может рассказывать вам об этом, если он никогда не выходил на ринг?» – сказал Мейвезер. Абель Санчес прокомментировал заявление некоторых критиков, считающих, что Трипл G нужно подняться в более тяжелый вес, чтобы его можно было считать великим. «Те люди, которые требуют от него повышения категории, понятия не имеют, о чем говорят. Доминировал ли кто-либо в истории в своем дивизионе так же, как это делает Геннадий? Я не говорю лишь о победах, я говорю именно о доминировании. Никто. Даже великие Марвин Хаглер и Шугар Рэй Леонардо этого не делали. Головкин не просто побеждает своих соперников, он их уничтожает. Советую этим людям изучить историю и понять, что нужно для величия. Посмотреть послужные списки тех, кого они считают великими. Я считаю, что Головкин творит что-то беспрецедентное», – заметил Санчес.